Всем привет, дорогие друзья, это новый ролик по Brawl Stars, и сегодня у нас карта пусто, такая вот необыкновенная карта, и сегодня будем играть на ней впервые, друзья. Ну, я буду на ней играть впервые, ну как сказать, впервые, я уже играл на этой карте в невидочку, друзья, один раз, и она мне понравилась. Тут, ну я понял, что тут тащат дальних людей, поэтому сейчас будем играть за Гроу, будем играть сначала за обычного, потом за белого, потом за Феникса и за Мехаурон, друзья. И что ждите сегодня? Бомбезный ролик, друзья. Друзья, а какое именно вы узнаете в следующем ролике, друзья? Ну, Серга уже знает. Я на стриме сказал, друзья, поэтому кто был на стриме, тот знает, какие ролики сегодня будут. Возможно, сегодня вечером еще будет ролик, поэтому ждите, друзья. Ой, ой, блин, меня загнала угол Пайпер. Теперь хер уйдешь. Да пошла ты. Да пошла ты! Ты говно сраное, ты чё? Уходи отсюда, я сказал тебе. Блин, теперь Пайпер здесь будет сидеть и сидеть. Попадай, давай, давай. Давай, собака такая, давай! Давай! Что-то засало, а? Так, все скины. Вообще, карта интересная, и я, наверное, буду всегда так. Еще, кстати, друзья, у меня информация появилась, что в среду у нас выходит новые пассивочки, друзья. А именно третьи пассивки, друзья, у персонажей выходят. А именно там у Шелли, у каких-то еще там. У Дина, вроде бы, у Биби выходит третьи пассивки у Мортиса, там у многих персонажей, поэтому ждите, в среду будет, хотя уже, блин, лето закончилось, но все же будут третьи пассивки, друзья. Возможно, будут они у всех персонажей, а не только у них, а возможно и нет. Посмотрим, друзья. Ну, вообще, это должно было летнее быть, летние пассивки, но лето, потому что закончилось, они добавили пассивку на бит, ну, так как он новый персонаж, добавили именно осенью. Это ты, говнюк. Говнюк убил меня, и теперь я умер шестым, это минус один. Вот говно такое сраное. Ну окей, друзья, как бы 16 жетончиков, неплохо. Давайте сыграем за Билла Уоррена. Карта, в принципе, по себе интересная. Кому она тоже нравится, то можете написать в комментариях. Я знаю, почему за Кроу сегодня решил только играть. Не хочу за Пайпер. Интересно. Ну, в принципе, нормальная такая карта. Пустошь, типа пустошь, типа никого нет. Типа, ну, нормальная карта. Мне, в принципе, нравится. Типа, хорошая карта. Вот. И, друзья, напишите в комментариях, нравится ли она вам или нет. Мне будет интересно почитать. На, ну удачи, Шелли. Оп, оп, оп. Угу, давай, круг, затянемся с тобой. Я пока что белый ворон, но потом стану и серый ворон. Ладно, это шутка. Хотя говно шутка, просто рифма. Но потом возьму Феникса и Кру, и этого меху. Так, нет, Шелли, с тобой я тимиться не хочу. Я случайно с тобой затимился. Ну, пошла ты в жопу. Кроу, давай езжать. Оп. Тут одни Кроу, но тут и бегают, тут Кроу, Шелли одни, ну и Биби что-то здесь делает, и все. Кроу не хочет тимиться, ну ладно. Пошел ты нахуй. Ты шлюха черная, блядь. Негр ебаный. Я вообще бы сейчас Феникс взял бы, нахуел бы. Ладно, друзья, не надо материться, не надо бомбить. Просто бомбанул он на этого Кроу. Ага. А пошел ты знаешь куда? Сранье то саное. Ну и Шелли меня закрыла, конечно. Она за мной уже пошла. И все, друзья. Просто мне хотелось ему отомстить за то, что за Кроу, с которым мы затимили, друзья. Ну, неплохо, так мне нравится. Мне нравится. Теперь давайте Феникс возьмем. Да, это как-то очень странно, то я Феникс, а то это. Но, друзья, давайте посмотрим сами. Ролики нужны, деньги нужны, просмотры нужны, подписки нужны, друзья. Поэтому я снимаю, возможно, мне не очень интересные ролики, но все, друзья, ладно, я заинтригую вас превьюшечкой на данный ролик.
Так, пошла нахер. Вот с Фениксом мне вообще по кайфу играть. Как будто он быстрее. Ну, он не быстрее, конечно же, но как будто, блин. И на туре минус Шелли сейчас будет. Пока Шелли. Эй, уча... Ай, 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 ай. Фу. Пошла ты нахуй. Я на тебя прыгну сейчас и все. Конечно, 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 конечно. Я тупанул очень жестко, друзья. Ну, соседи еще будут. Блин, ну, блин, а что я так тупанул? Ты все, сейчас последний хачик, ты по один, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк. Да я не хочу менять, я хочу за Кроу Феникса. Друзья, сорян, но я не хочу робота брать. Это последняя карточка. Но, сорян, конечно, что, блин, так по-тупому сыграл. Но я мог занять другой топ. Просто меня бомбануло на то, что она, блин, так скрывается. Не хотелось ее убить. Но я ее убил, ну, блядь, Леон добил. Ну ладно, друзья, сорян за маты, но маты будут в ролике пойти. Кто не любит маты, то можете надевать ножки или смело уходить с моего канала. Опа-на, тут тоже Кроу Феникс. Тут тоже Феникс. Ой, я случайно не закончил. Вебку не включил. Но эта вебка будет на столько подписчиков, друзья. Хотя вы можете уже мою фотку лицезреть в Инстаграме, друзья. Вот, ну а фотка будет, наверное, ну какая настолько, не знаю, возможно, с вебкой просто неудобно снимать, тем более на телефоне, понимаю, на компе еще. А на телефоне она все занимает, там мои пальцы будут вам видно, там не будет видно моего геймплея, там будут пальцами тупо, ну, там будет видно, но тут пальцами будет закрывать вебку, поэтому я не очень хочу так записывать. Друзья, так, поэтому, пацаны, пока что без нее. Пошла нахуй, Шелли. Извините, самат. Ну, пошла на нахер, реально. Все, отлично. Минут. Оп, 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 оп. Оп, оп, оп. Где она? Так. Так, минус Шелли, короче. И минус Биби. Минус сейчас, наверное, Шелли еще одна. Так, сейчас должны, друзья, топ-1 нанять. Феникс, мудак. Ой, сорян, сорян, сорян. Я думал, Феникс такой мудак, а тиммитси не будет. Так. Шелли сейчас ультанюнуть. Ультанет. Я чувствую. Мне ничего не будет от ее ульты, поэтому посрать. Ну, это, возможно, не топ-1, потому что сейчас будет трудно топ-1 занять, но, возможно, топ-2. Посмотрим. Я сейчас прыгну. Бля, страшно, страшно. Вообще страшно. Сорян, братан, но нет. Это минус Т. Братан, сорян, но нет. А что меня-то, блядь, пидоры, пидоры? Я закрысил Кроу, да, вы скажете, неправильно сделал. Ну а как еще сейчас занял бы топ-5? Я не хочу топ-5 занимать. Пидоры просто. Вкусный супчик, и что тебе надо? Подпишись на мой канал, подпишитесь на мой канал. Я не готовился к этому, реально. Это не было запланировано. Друзья, спасибо вам всем за просмотр. Такая вот карта была. Я пошел перейти следующий ролик. Всем удачи и всем пока.